Довольно-таки будет, думаю, интересное видео, объяснение, почему я удалил свой канал. Да, я удалил все видео, соответственно, можно считать, что я удалил свой канал. С чем это связано, почему, я сейчас попробую вам объяснить. На самом деле, как вы многие понимаете, да, на канале было очень много видосов, это очень долго снималось, да, потом начиналось все это с барной стойки, с фронтальной камеры айфона 4S, потом 5, потом 5SE, потом все это переехало в такую маленькую домашнюю студию, где был стол а-ля Джон Кальяна и прочая хуета, да, такая, ну не Джон Кальяна, а хуета, а вот этот формат, свет, камера, стол белый, белый фон, какая-то непонятная еботня, какие-то слова. Слава богу, еще, бля, не было сценария и сзади какой-нибудь доски. Был какой-то маленький лайфстайл. И думаю, вы сами понимаете, что в какой-то момент я свернул не в ту сторону и шел не по той дороге, снимая свои обзоры. Прямым текстом это говорить не буду, но вы все поняли, про что я говорю, да? Терялась какая-то изюминка обзора и все более уходило в какую-то коммерческую сторону. И меня это все, конечно же, подзаебало. И я долго, я какие-то придумывал новые рубрики, да, там, но их хватало всего на 1-2 раза, как бы. А потом я все равно скатывался в одну и ту же яму и снимал, как и снимал. Меня это начало напрягать, я пытался что-то изменить, на канале очень долго не выходило никаких видео, хотя продукции накопилось хуево туча, и каждый день мне писали люди и говорили: «Дава, где наш обзор? Мы типа тебе там, ну, заплатили за обзор, а не в плане, чтобы я его расхвалил, а то, что я вообще на это потратил бы свое время, да?» Я им писал: «Сейчас все будет», но я не снимал, потому что какой-то формат меня этот заебал. И потом я решил все это нахуй бросить, забыть про всю эту хуйню и просто разом удалил все видосы с канала. Это вызвало шквал эмоций, у меня личка просто завалена: «Дава, что с каналом? Куда делись нахуй все видео, да?» И все в таком формате. Я, в принципе, никому не отвечал, потому что долго решался, как это будет. И решил, что теперь все обзоры будут в формате лайфстайл, на работе, дома. Где бы я ни был, я буду снимать какие-то обзоры, влоги, обычное хождение. И чтобы что-то начать новое, нужно начать это с нуля. Я всегда придерживался такой вещи: если я хочу что-то изменить, я изменяю кардинально все. Это касалось личной жизни, касалось и моих там девушек, с которыми я встречался. Если я с кем-то встречался и мы расставались, то мы общались. Но как только я находил себе какую-то новую девушку, с которой начинал встречаться, я полностью забывал про старую абсолютно. То же самое и с каналом. Я сейчас начинаю абсолютно заново все снимать, такая маленькая перезагрузка канала. В старых добрых временах, когда мы когда-то все это снимали в лайфстайле, просто сидели и снимали, да, и как-то за эту хуйню не парились, за качество, за свет, за то, чтобы было нихуево слышно. Но и с этим самым, пока мы гнались за этим всем, за этим светом, за этим столом, я понял, что я проебываю самое главное. Я проебываю, во-первых, вас, свою аудиторию, которую я в каком-то смысле люблю, да. И я проебывал где-то правду. И вот поэтому я решил все изменить, и теперь все обзоры будут крайне объективные. Будет мнение других людей, и, соответственно, будет все очень круто. И если продукт реально будет говном, я это скажу. Потому что я сейчас полностью переделаю договор обзора, когда я отправляю производителям, да, когда они меня спрашивают, как там снять обзор. Я отправлял раньше такой текст, типа, тарым-пырым-пырым, теперь сейчас будет все гораздо серьезнее. И если продукт реально будет говно, то не обижайтесь, я скажу, что продукт говно, и вы должны на это реагировать как-то немного по-другому. Поэтому подписывайтесь на каналчик, все будет круто. Больше влогов, больше смен, больше интересного контента и всего остального. И начинаем все заново листа. Это Дава Дым и это блог о кальянах. Всем спасибо, что остаетесь со мной. Я люблю каждого своего подписчика. И нам осталось немного до 32 тысяч. Мы начинаем.